Сегодня у нас 30 июля, время 11 часов вечера уже. И вот уезжает у нас Владимир Юрьевич Голендухин с Урала со своим учеником Егором. Вот брат Никита их провожает под луной. Там скворечники, значит, еще вдалеке. Вот брат Виктор повезет нас, Савченко. Газели на ласточке нашей. Давай. Что, ты едешь со мной, да? Да, брат, еду. Помолимся коротко, ребята. Господи, благослови брата Владимира и Егора в этот путь. Помоги, Господи, сохранить сердце свое, все доброе, приумножить во славу имени Твоего Святого. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Аминь. Садимся. Аминь. Володь, ты, наверное, впереди сядь. Да, впереди. А мы здесь. Там смотри, что-то такое. Что-то Игнатьевич мигает. Что там? Что-то Игнатьевич мигает в эту форточку. Кто это идет? Игнатьевич что-то мигает в форточку. Камера может пришел, нет? Я не разбираюсь. Так, точка, тире. Может он просит зайти? А попрощался? Ну давайте подойдем, может, на минутку. А? Давайте побыстрее. Давайте, я заберу. Ага. Иначе, значит, нам сигнал он нам подавал. Непонятное. Шарик. Вот он какой молодец. Открывайте вот эту скобу. Ну что, поехали? Поехали, Игнат Тихонович. Ну уже все, до свидания. До свидания, да. Совсем вижу, что едете. Да. Не, попрощайся. Сразу дайте знать. Да, позвольте. Я рад, что вы были. Давайте, с Богом. С Богом. Кто это светит-то? Это Володя снимает. Володя снимает. Слава Богу. Все, пошли. Молодец, Шарик, молодец, молодец. Аж глаза сверкают. Тут сразу на крючочек закрываем. Нормально. Ну все тогда. Ничего не забыли, подумайте. Все взяли, да, садись сюда. Ну иди, садись. Все, закрываю. Закрываю. Володя, вот еще пара перчаток, оказывается. Да? Считал ты плохо. Десятая возьмешь как-то. Ладно. Давай. Залажу, да? Здесь нету шланга? Есть. А где тогда ехать мне? Чтобы не раздавить его. Вот он. Вот он шланг. И он туда пошел, он туда. А он идет влево туда, да? Да, он туда влево, да. Ну все, я тогда тут проеду. Сразу взять мне. Да. Через первый, второй мостик поехал. Угу. Ты сказал ему, что едешь? Нет. Сопровождающим? Нет, не сказал. Ну, мышкара налетела сразу же.
О, сразу, потемки сразу стали. А вы с батюшкой-то согласовали, что вы едете? Или... Да, я батюшке сказал, что... А, ну все, кто провожает? А ну-ка, где столб здесь, посвети? Вот он, да? Вот он, ага. Я ехать буду, ну, потихонечку, так как в темноте я не очень хорошо. Поезд-то во сколько отправляется? Ну, почти пол второго почти. А, ну как, ну то есть у нас, слава богу, время есть. Это Искорчино, да? Да, Искорчино. Залетели комары. Зря мы, конечно, открыли. Ну, можете их шляпнуть, если они кепку подолбить немножко. Что-то у Игоря Глушкова свет горит до сих пор. Не спят, видимо. Значит, Володя, надо обратно заехать, банки отдать, как Сергей мне подсказал. Он брал банки у Семена Михайловича. Ну, конечно, у нас никто не ждет, просто под домом оставим. А, ты с собой взял их, да? Ну, угу. Он мне потом. Конечно, на обороте заранее может проехать, там, первый, второй, посмотрим, гости. Ночная Потеряевка. Вот наши кирпичики лежат. А там ехать по камням, да? Там на первом, да. Все-таки остановились на этой версии. Хотели, чтобы корову проходили. Нет, ну он же глина, ты наложил, Игнатьевич, но многовато. То есть там... Небольшая грязь образовалась, но машины проходят спокойно. Мы завтра вот поедем, лопатами будем всю эту глину убирать остатки, чтобы она там не мешалась. Подъезжаем нормально, хорошо. У Чуков тоже свет до сих пор горит. Нина Васильевна тоже свет горит. Даже у бабушки бывает. У бабушки Серафимы даже свет горит до сих пор. Ну, там Валерия может перевернуться. Или Мария, да? Да. Батюшки тоже свет горит. Перепушили же. Слава Богу за все.